Вот что можете сказать о нашем президенте? Что он умный, что он человек своего слова, и что я им горжусь. А вот я вижу у вас наклеечку, вам где ее дали? Ну, здесь дали. Вы подписались, да? Я подпись оставила в поддержку президента. А вы за него будете голосовать? Буду, обязательно.